Доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители моего канала. С вами снова на связи Александр с обзором очередного лохотрона, который появился в сети в самый канун Нового года. Домен мошенник приобрел 26 декабря 2016 года на срок 1 год. Так что будьте готовы, вам будут пудрить мозги, пытаясь выманить у вас деньги на протяжении всего 2017 года, который только-только начался. Какую очередную ловушку нам пытается тут подсунуть мошенник? На этот раз нам предлагается включиться в борьбу за чистый интернет. Воистину, благими намерениями вымощена дорога в ад. Сайт сделан на трех языках, а для пущей важности нарисованы цифры, что на сайте зарегистрировалось уже 961 431 человек. Причем 868 тысяч пользователей зарегистрировались за прошлые сутки. Вам уже смешно, наверное. Типа регистрируйся побыстрее, если не хочешь проспать свою удачу. Чтобы народ не очень напрягал мозги и не настраивался на критическую волну, как только вы попадете на этот сайт, для отвлечения вашего внимания сразу запустится вот это видео. Это видео выложено также и на YouTube. В этом видео некая Саманта Ларсен объясняет, что вы будете получать от 50 центов до 3 долларов за проверку сайтов. По каким критериям проверяются сайты, тут даже вскользь не говорится. Для выявления опасного контента предлагают просто переходить по ссылкам и выбирать из трех кнопок «Сайт не работает», «Запрещенный сайт» и «Разрешенный сайт». Чтобы у доверчивых буратин глаза выпадали из орбит, нарисовано, что сайт уже выплатил своим участникам 49 168 557 долларов. Ниже тут публикуется фотография какого-то мужика в пиджаке с галстуком, и написано, что это босс проекта «Чистый интернет» Ричард Смит, который, конечно, такой же Смит, как я, президент Америки. Внизу штатная команда сотрудников, составленная из фейковых фотографий, и ниже адрес якобы офиса в Калифорнии. Деньги обещают выводить на банковские карты, PayPal, WebMoney. Да, в общем, на все, куда вы только пожелаете их вывести. Окей, вам уже понятно, что нас пытаются дешево развести на деньги. Ну, давайте для пущей убедительности обратимся еще ко Всемирному реестру доменных регистраций и посмотрим, кто, где и когда зарегистрировал этот сайт. Смотрим домен. Clear Internet Pro. Зарегистрирован 26 декабря. Регистрант. Регистрировал его Ричард Смит. Но адрес указан уже не Лос-Анджелес, Калифорния, а Стокгольм, Швеция. Окей, пусть будет Швеция. Домен можно удаленно зарегистрировать где угодно. Но при регистрации доменного имени регистратор на телефон нового владельца сайта высылает специальный код, который надо ввести в форму регистрации. Без телефона тут никак не обойтись. Смотрим, какой указан телефон. 380-6821 и так далее. Вот вам и приехали. Телефонный код страны – Украина. Так что если мистера Ричарда Смита кто-то хорошенько бахнет фейсом об тейбл,
то произойдет это не в Швеции, не в Калифорнии, а в Украине. А что так оно когда-то и будет, в этом я совершенно не сомневаюсь. Окей, друзья. Деньги, которые мошенник выманил у людей обманным путем, не принесут ему счастья. Заработаны они таким способом, который вызывает у нормальных людей только брезгливость и презрение. Те, кому сейчас 20, этому, может быть, и не придают значения, ну а те, кто жизнь повидал, надеюсь, меня поймут. Вы сами видите, как одних из тех, кто занимался в горячие 90-е грабежом и разбоем, уже земля приняла, а другие сейчас на склоне лет по церквам и храмам сегодня свои грехи замаливают. Но не буду предаваться мистике и рассуждать на темы морали. Вам, наверное, больше интересно, а что же там внутри, в кабинете этого лохотрона? И сейчас я вам это покажу. Смотрите. Итак, мы с вами находимся внутри кабинета проекта Clear Internet 2017. Тут есть переключатель на три языка: немецкий, русский и английский. По-русски этот проект называется «Чистый интернет». Я специально зарегился, чтобы вам, когда вы посмотрите это видео, было до конца все ясно и понятно с этим говносайтом. Кстати, даже по дизайну видно, что сделан он на коленке на скорую руку. Серьезный ресурс никогда бы не опустился до такого. Окей. Тут нам предлагают делать анализ сайтов на каком-то идиотско-примитивном уровне. Вот задание. Для начала дается 30 сайтов для проверки. 29 сайтов я уже проверил, чтобы сэкономить время. И оставил один, чтобы показать вам, как работает этот лохотрон. Сейчас на моем балансе $80.20. Нажму «Вывод средств». Нажимаю «Вывести». Неудача. Появляется сообщение. Для первого вывода средств вы должны проверить все доступные сайты. Окей. Проверим последний. Тут запускается таймер на 15 секунд. Вот, ничего здесь больше нам не предлагают. Есть три кнопки: «Не работает», «Запрещенный» и «Безопасный». На какую кнопку, в принципе, вы не нажмете, деньги все равно зачисляются на баланс. Ну, нажмем, что он безопасный. Обновлю страницу. Сайты для проверки закончились. Заходите позже. Ну, давайте попробуем теперь вывести средства. Нажимаю «Вывести». Получаем заявка 14833. Оформлено, ожидает вывода. Вывод приостановлен. Пройдите процедуру подтверждения. Ну и здесь нам, как всегда, преподносят очередную лабуду. Приносим свои извинения, просим отнестись к принятым мерам с пониманием. Участились случаи мошенничества. Мы вынуждены идентифицировать ваш аккаунт. Идентификация аккаунта, вы подтверждаете, что вы совершеннолетний платежеспособный человек, а не автоматическая программа или ребенок. Нам предлагают оплатить проверочный код стоимостью $7 или 443 рубля в местной валюте. Ну и, конечно, я даже не сомневаюсь, что если я нажму на вот эту кнопку «Пройти проверку», оплатив код подтверждения, нас обязательно перекинет на платежный шлюз ePay. Потому что это единственный шлюз, который анонимно используют вот такие всякие лохотроны. Ну, давайте просто нажмем и посмотрим, куда. Конечно, видите, я был прав. ePay. Ну, еще одно доказательство, что это лохотрон интерактивный. Этот платежный шлюз настолько беспринципно относится к платежам,
В общем, он служит посредником, берет свой процент и все. На этом зарабатывает, его не интересует, какие сайты, что они там продают. Деньги этот шлюз снимает и передает на кошелек мошенника. Сам при этом шлюз имеет хороший процент, где-то, по-моему, 8% они берут за перевод. Ну, сами понимаете. Вот мошенник, очевидно, там рассчитал, что ему 400 достанется, 40 там рублей, где-то после всех транзакций достанется этой платежной якобы системе ePay. В общем, если вы в сети встретите, а вы обязательно встретите, потому что сейчас мошенник интенсивно покупает рекламу, раскручивает где только можно свой этот сайт и пытается таким образом на каждом человеке заработать по 400 рублей, по 7 долларов. Ну что ж, с этим лохотроном, я думаю, все понятно. И на этом можно закончить обзор еще одного мошеннического сайта. Поставим на него заслуженную печать «Лохотрон». Мне приятно осознавать, что вы, просмотрев этот ролик, не отдадите свои деньги очередному аферисту. Будьте всегда особо бдительны и осторожны, когда вам предлагают заработать быстрые и легкие деньги. Ставьте лайк, если это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе, кто и каким способом расставляет в интернете капканы, чтобы завладеть вашими деньгами. А я буду стараться оперативно делать обзоры на такие сайты, которые именно сейчас мошенники активно раскручивают в интернете. Они придумывают все новые и новые способы обмана и никогда не угомонятся и не перестанут охотиться за вашими деньгами. Но, как говорится, предупрежден, вооружен. Смотрите иногда выпуски раздела «Антилохотрон» на моем канале, и вы сохраните свои деньги для каких-то действительно хороших и достойных проектов. На этом я благодарю вас за внимание. Желаю вам никогда не попадаться на уловки интернет-мошенников. Также всем желаю удачи и до новых встреч в следующих видео. Пока-пока!